Не устали еще от громкой музыки? Тогда мы продолжаем. И после такой немного грустной песни надо исполнить что-нибудь жизнерадостное и оптимистическое. И таких песен у нас в запасе немало. Еще осталось. Например, «Салют, Вера». Спасибо, с удовольствием. Можем начать. Когда закончатся и ты усталая придешь к себе домой, увидишь из окна снова из ярких лампочек. Я напишу тебе, не бойся, я с тобой. Спасибо!